Я с детства привыкла к бабушкиным ажурным блинам, к сладким, тонким и на пшеничной муке. А этот рецепт совсем не такой. В нем нет ничего, что я знаю, и поэтому будет интересно попробовать. Начнем. Я описала, как приготовить гречневые блины с начинкой. Это даже получится не выпечка, а сразу закуска. В изделие мы завернем авокадо, сыр и ветчину. Сочетание мягкое, сытное и очень вкусное. А еще оно отлично подходит под гречневый вкус. В качестве дополнения можно сделать необычную подачу. Детям должно понравиться. 1. Сделайте тесто. К муке влейте воду и молоко. 2. Затем добавьте яйца, масло и соль. Ингредиенты перемешайте в единую консистенцию. 3. После этого в разогретую сковороду вливайте по поварежке тесто. 4. Выпекайте блины с каждой стороны по 2 минуты. 5. Затем к 1-2 блинчикам сделаем красивую подачу. Авокадо перетрите вилкой. 6. В центре блина сделайте 2 надреза в виде дуг. Это будут глаза. 7. Под дугами выложите сыр. Сверху авокадо. 8. Потом разложите ветчину и сверните блин. На вырезы выложите половинки помидора. 9. Получилась смешная рожица. Также можете красиво украсить другие блины. Приятного аппетита!